этому мысу было присвоено имя Героя Советского Союза Валентина Кирилловича Ерошкина. Но, к сожалению, это имя как у нас осталось на бумаге в постановлении. Вот. И такое вот предложение, конечно, но все-таки на этом мысе сделать вот эти буквы, да, название этого мыса. У нас город Балакова, химик, энергетик, строитель. У нас добавился еще город металлургов, есть металлургические предприятия. Мы в рамках социально ответственного бизнеса поговорить, переговорить с этими предприятиями, чтобы изготовили буквы, установили мыс Ерошкина, звезда героя. Эта площадка, конечно, очень уникальна в том плане, что она видна с обоих сторон. Летом у нас начнется навигация, поплывут те же Валдаи, поток туристов, и это будет таким, ну, хорошим видом. Если еще сделать с подсветкой, это для кораблей, проплывающих, значит, заходящих на шлюзы, это будет как маяком таким. И все молодожены приезжают туда, возлагают цветы, фотосессии устраивают. Здорово, конечно, практически, как говорится, у нас в городе не было сквера молодоженов. Вот так получилось, что как бы вот он таким сквером стал для молодых семей. И вот учитывая, что у нас президент объявил этот год годом семьи, может быть, тоже подумать, добавить какие-то элементы для того, чтобы можно было как-то вот фотосессии более там красочно проводить. Если есть возможность, подумать над этим вопросом, дать поручение архитектурному отделу и переговорить с предприятием, ну, для этого вопроса решить к лету, если это возможно, то, условно говоря, к 8 июля, когда у нас отмечается День семьи и верности. По поводу вашего предложения, я думаю, вы как инициатор, давайте вместе с вами тогда запланируем какой-то день, встретимся с нашим промышленным предприятием, может быть, пригласим только на площадку и проговорим те вопросы, которые у нас возникают в текущем году, которые требуют внимания страны, страны, социально-ответственного бизнеса.